При ангаре стала доступна ПЦР-диагностика для животных. Уникальное новое оборудование поступило в лабораторию Усольской ветстанции. Учреждение обслуживает прилегающую территорию радиусом почти в 400 километров. Здесь выполняется большой объем работы по диагностике и выявлению возбудителей и патологий сельскохозяйственных животных, проверке качества кормов и добавок. ПЦР-оборудование приобрели в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» при поддержке правительства и губернатора региона Игоря Кобзева. Все специалисты понимают, что это даже не сегодняшний день, а завтрашний. Поэтому, чтобы не утомлять зрителя излишними там, научными терминами, мы говорим, что мы сегодня открываем завтрашний день диагностики ветеринарного состояния сельскохозяйственных животных, продовольствия, кормов, добавок. Вот все очень важно, направлено на безопасность людей. Это та база, которая позволяет еще дополнительно расширить, ускорить и получать более точные результаты по исследованиям. Помимо лаборатории ПЦР-диагностики, методом ИФА-диагностики мы сейчас на данный момент можем исследовать материалы на высокопатогенный грипп птиц, на АЧС. У нас в перспективе на будущий год в планах это бешенство, то есть все особо опасные, значимые заболевания, которые в принципе возможны, мы планируем к исследованию, в том числе в Усольской лаборатории.